Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодня свяжем вот такой красивый узор, который я увидела на модели из журнала Interview of Knits. Вот эта модель. Качество фотографии не очень, но она меня как-то зацепила. Вернее, вот сам узор меня заинтересовал. Я разобралась в схеме и хотела сделать мастер-класс по вязанию этого узора. И когда я начала вязать образец, я поняла, что я хочу вязать дальше. Мне одного образца мало. Я свяжу такую же повязку. Я ее связала. Она чуть-чуть у меня еще сыроватая. Я постирала ее. И я хочу сказать, вот если будете вязать повязку, то надо набирать петли на бросовую нить, чтобы потом убрать эту нить, и петли были открытые. И здесь оставить открытые петли, и потом их уже сшить. Но я не собиралась вязать повязку, сразу начала так. Ну, в общем, и решила, что, ну, ладно, так уже пусть и будет. Я аккуратно потом сошью, когда она высохнет. Ну, а в начале видео вы уже видите готовую повязку и как она смотрится на голове. Я не буду долго ничего тут рассказывать. Узор говорит сам за себя. Очень красивый, оригинальный, неизбитый узор. И давайте мы его свяжем. Не обязательно вязать повязку. Можно взять потолще пряжу, и получится шикарный шарф. Здесь у меня пряжа кроха. В 50 граммах 135 метров. Это полушерсть. Я не помню там состав, но в составе шерсть с акрилом. И спицы номер 3. И получилось у меня 15 сантиметров. Вот такая красота. Все, давайте начнем. А нет, не начнем. Чуть-чуть я только скажу, что узор состоит из центрального узора. Здесь 26 петель в ширину и 15 рядов в высоту. Вот у этого узора. И два узора, вернее один узор по краям повязки. Он состоит из 8 петель в ширину и повторяется 4 ряда в высоту. Теперь точно все. Мы набираем на спицы 44 петли вместе с кромочными и свяжем полностью один раппорт в высоту и один раппорт в ширину. Итак, у нас 44 петли. На спицах первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. И вяжем первый ряд. Сразу после кромочной провязываем изнаночную петлю. Следующую петлю мы снимаем, не провязывая, нить у нас за работой. Далее будет 2 лицевых. Затем 1 изнаночная и в зеркальном отображении петли 2 лицевых и снимаем петлю, не провязывая, нить за работой. Это у нас косички боковые. Теперь вяжем центральный узор. 1 изнаночная. 2 петли мы перекрещиваем в левую сторону. Меняем местами. Первую петлю оставляем перед работой на дополнительной спице, или вот я просто меняю петли местами. 1 петля перед работой первая, 2 петлю провязываем изнаночной и провязываем лицевой первую петлю. Далее 4 изнаночных. Теперь 2 петли перекрещиваем в правую сторону. 1 петлю оставляем за работой, провязываем лицевую петлю. Петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Далее 1 изнаночная. И повторяем 2 петли в правую сторону, перекрещиваем. Петля за работой. Провязываем 1 лицевую. Петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Далее будет у нас 2 изнаночных. Теперь 2 петли перекрещиваем в левую сторону. 1 петля остается перед работой. Провязываем изнаночную петлю, петлю перед работой оставленную провязываем лицевой.
Далее одна изнаночная петля и снова две петли перекрещиваем влево. Одна петля остается перед работой. Вяжем изнаночную петлю, петлю оставленную перед работой, вяжем лицевой. Далее будет 4 изнаночных и 2 петли перекрещиваем в правую сторону. Оставляем первую петлю за работой, провязываем лицевую петлю и петлю оставленную за работой вяжем изнаночной. Далее у нас будет 1 изнаночная. Закончили петли центрального узора и вяжем петли боковой косички. Петлю снимаем, не провязывая нить за работой. Затем 2 лицевых. 1 изнаночная, 2 лицевых. И снимаем петлю, не провязывая нить за работой. В конце ряда 1 изнаночная. Второй изнаночный ряд я провяжу вместе с вами, а дальше вы будете изнаночные ряды такие провязывать самостоятельно, потому что здесь центральный узор вяжется по рисунку, петли вяжутся. И только в боковых косичках у нас вот нужно вам показать. Итак, это у нас второй изнаночный ряд. Мы вяжем лицевую петлю, в принципе, петли тоже по рисунку, только вот эта петля, которую мы снимали, мы снова ее снимаем, не провязывая, и нить у нас перед работой. Далее будет 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных, и петлю, которую мы снимали, мы снова снимаем. Все, дальше петли центрального узора мы вяжем по рисунку. По рисунку, это значит, мы петли вяжем так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы вяжем лицевыми, изнаночные изнаночными. Я советую вязать не туго, потому что здесь петли постоянно перекрещиваются, и чтобы узор не был стянутым. Вот, довязали до снятой петли, мы видим ее, что она у нас не провязанная. Мы ее снимаем и далее вяжем по рисунку 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных и снова снимаем, не провязывая петлю. И 1 лицевая у нас будет в конце ряда. Вот такие ряды вы будете провязывать самостоятельно, где в косичках нужно снимать петли. Третий лицевой ряд, 1 изнаночная. Теперь 3 петли перекрещиваем в левую сторону. Вот снятую петлю первую мы оставляем перед работой. Провязываем 2 лицевых. И петлю, оставленную перед работой, тоже вяжем лицевой. Затем изнаночная петля. И 3 петли перекрещиваем в правую сторону. 2 петли оставляем на дополнительной спице за работой. Я без дополнительной спицы. Вот так меняю местами. Вяжем лицевую петлю. Снятую петлю провязываем лицевой. И 2 лицевых с дополнительной спицы. Вот так. Ну, уже видно. Хоть немножко, но уже видно. И далее вяжем центральный узор. 2 изнаночных. 2 петли перекрещиваем влево, 1 петля остается перед работой. Вяжем изнаночную петлю, петлю, оставленную перед работой, вяжем лицевой. 2 изнаночных и 2 петли перекрещиваем вправо. 1 петлю оставляем за работой, провязываем лицевую петлю, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Далее будет у нас 1 изнаночная и снова 2 петли перекрещиваем в правую сторону. 1 петлю оставляем за работой, провязываем лицевую петлю, петлю оставленную за работой, вяжем изнаночной. Далее будет 4 изнаночных. И в зеркальном отображении вяжем 2 петли перекрещиваем в левую сторону, 1 петля перед работой, вяжем изнаночную петлю,
петлю перед работой вяжем лицевой. Затем изнаночная петля и снова 2 петли перекрещиваем влево. Одна петля остается перед работой. Провязываем изнаночную петлю, петлю перед работой вяжем лицевой. Далее будет 2 изнаночных и 2 петли перекрещиваем в правую сторону. Одну петлю оставляем за работой, провязываем лицевую петлю, петлю оставленную за работой вяжем изнаночной. Затем у нас будет 2 изнаночных и петли косички. Снятую петлю оставляем перед работой, провязываем 2 лицевых и петлю, оставленную перед работой, тоже вяжем лицевой. 1 изнаночная и 3 петли перекрещиваем вправо, 2 петельки оставляем за работой, провязываем снятую петлю лицевой и петли, оставленные за работой, тоже вяжем лицевыми. В конце ряда изнаночная петля. В четвертом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Здесь провязываем тут все снятые петли, все петли вяжем по рисунку. Провязали 4 ряда. Ну, пока что еще не очень хорошо видно. И вот эти 4 ряда мы провязали в высоту раппорт боковых косичек по краям. Сейчас мы эти косички будем вязать, начиная с первого ряда узор, а центральный будем продолжать дальше. 5 лицевой ряд. 1 изнаночная. Снимаем петлю, не провязывая, нить за работой. 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых, снимаем петлю, не провязывая, нить за работой. Далее будет 3 изнаночных. 2 петли перекрещиваем в левую сторону, петлю оставляем одну перед работой, провязываем изнаночную петлю, оставленную перед работой петлю вяжем лицевой. И 2 петли перекрещиваем навстречу им в правую сторону, одну петлю оставляем за работой, провязываем лицевую петлю, петлю оставленную за работой вяжем изнаночной. Далее будет изнаночная петля. И снова 2 петли перекрещиваем в правую сторону. Петля за работой, лицевая и петля за работой вяжется изнаночной. Далее будет 6 изнаночных. 2 петли перекрещиваем влево. 1 петля перед работой. Вяжем изнаночную петлю. Петлю перед работой вяжем лицевой. Далее будет изнаночная петля и снова 2 петли перекрещиваем влево. Я уже не буду повторять, точно так же они перекрещиваются влево. И навстречу им 2 петельки перекрещиваем в правую сторону. Одну петлю оставляем за работой, провязываем лицевую петлю, петлю оставленную за работой вяжем изнаночной. Далее будет 3 изнаночных. Снимаем одну петлю, не провязывая. Нить, а за работой рабочая. 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых. И следующую петлю мы тоже снимаем, не провязывая. Нить за работой. В конце ряда изнаночная петля. В шестом изнаночном ряду мы с петли вяжем по рисунку, только вот снятые петли мы также снимаем, не провязывая. Нить у нас перед работой. Вы будете уже вязать эти ряды самостоятельно. Вот она, эта петля непровязанная. Мы ее снимаем. И далее центральный узор у нас вяжется петли по рисунку. И в конце боковая косичка. Точно так же снятые петли мы будем снимать, не провязывая. Вот, дошли до косички, снимаем и петли по рисунку. Снова, дошли вот до этой петли, снова снимаем ее, не провязывая, и все, заканчиваем шестой ряд. Седьмой лицевой ряд.
1 изнаночная, 3 петли перекрещиваем в левую сторону, снятую петлю оставляем перед работой, провязываем 2 лицевые, петлю оставленную перед работой тоже вяжем лицевой. Так уже получается. Далее будет 1 изнаночная и 3 петли перекрещиваем влево, 2 оставляем за работой, провязываем лицевую петлю, петли оставленные за работой тоже вяжем лицевыми. Далее 4 изнаночных. У нас получается петли центрального узора мы провязываем по рисунку в этом ряду. 4 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 1 лицевая, 8 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных, 2 лицевых, 4 изнаночных. Дошли до боковой косички и снова 1 петлю оставляем перед работой, провязываем 2 лицевых, петлю оставленную перед работой тоже вяжем лицевой. Затем изнаночная петля, 3 петли в правую сторону перекрещиваем, 2 петельки оставляем за работой, вяжем лицевую петлю, петли оставленные за работой тоже вяжем лицевыми, и 1 изнаночная в конце ряда. В 8 изнаночном ряду все петли провязываем по рисунку. Девятый лицевой ряд. Снова повторяем раппорт с первого ряда у боковой косички. 1 изнаночная, снимаем петлю не провязывая, нить за работой, 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых, снимаем петлю не провязывая, рабочая нить за работой. Далее будет 3 изнаночных. 2 петли перекрещиваем вправо, 1 петлю оставляем за работой, вяжем лицевую петлю, петлю оставленную за работой вяжем изнаночной. 2 петли перекрещиваем влево, 1 петля остается перед работой, вяжем изнаночную петлю, петлю оставленную перед работой вяжем лицевой. Далее будет изнаночная петля и 2 петли снова перекрещиваем в левую сторону. Петля перед работой, вяжем изнаночную, петлю перед работой, вяжем лицевой. Далее будет 6 изнаночных. 2 петли перекрещиваем в правую сторону. 1 петлю оставляем за работой, вяжем лицевую петлю, петлю оставленную за работой, вяжем изнаночной. Далее будет изнаночная петля. И снова 2 петельки перекрещиваем вправо. Петля за работой, 1 лицевая и 1 изнаночная. Далее 2 петли перекрещиваем в левую сторону. Оставляем петлю перед работой, вяжем изнаночную, петлю перед работой, вяжем лицевой. Далее будет 3 изнаночных и боковая косичка. Снимаем петлю, не провязывая нить за работой. 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых, снимаем петлю не провязывая и 1 изнаночная в конце ряда. В 10 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, снятые петли также снимаем не провязывая, только нить у нас перед работой, рабочая нить. Снова вот снимаем. И так далее. Я думаю, вы принцип поняли и уже самостоятельно провяжете. 11 лицевой ряд. 1 изнаночная. 3 петли перекрещиваем в левую сторону. Первую петлю оставляем перед работой. Провязываем 2 лицевых. Петлю перед работой тоже вяжем лицевой. Далее будет изнаночная петля, 3 петли перекрещиваем вправо, 2 петли теперь оставляем за работой,
длинную петлю вяжем лицевой петлей, петли, оставленные за работы, вяжем тоже лицевыми. Далее будет 2 изнаночных, 2 петли перекрещиваем в правую сторону, одну петлю оставляем за работой, вяжем лицевую, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Далее будет 2 изнаночных и перекрещиваем 2 петли в левую сторону. Петля перед работой, провязываем изнаночную петлю, петлю перед работой вяжем лицевой. Далее будет 1 изнаночная и снова 2 петли перекрещиваем в левую сторону. Далее будет 4 изнаночных. 2 петли перекрещиваем вправо. Одну петлю за работой оставляем, вяжем лицевую, петлю за работой вяжем изнаночной. Далее будет 1 изнаночная и снова 2 петли перекрещиваем в правую сторону. Я не буду уже повторять. Далее будет 2 изнаночных и 2 петли перекрещиваем в левую сторону. Одну петлю перед работой оставляем, вяжем изнаночную, петлю перед работой вяжем лицевой. Далее будет 2 изнаночных и формируем косичку боковую. 3 петли перекрещиваем влево, петлю, первую петлю оставляем перед работой, провязываем 2 лицевых, петлю, оставленную перед работой, тоже вяжем лицевую. Далее будет изнаночная петля и 3 петли перекрещиваем вправо. Теперь 2 петельки оставляем за работой, вяжем лицевую. Петли, оставленные за работой, тоже вяжем лицевыми. В конце ряда изнаночная петля. В 12 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Все петли провязываем. Тринадцатый лицевой ряд. 1 изнаночная. Снимаем петлю, не провязывая, рабочая нить за работой. 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, снова снимаем нить, снимаем петлю, не провязывая, нить за работой. Далее будет 1 изнаночная, 2 петли перекрещиваем в правую сторону, одну петлю оставляем за работой, вяжем лицевую петлю, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Далее будет 4 изнаночных. 2 петли перекрещиваем в левую сторону. Одна петля перед работой, вяжем изнаночную петлю, петлю перед работой вяжем лицевой. Затем вяжем 1 изнаночную и снова 2 петли перекрещиваем влево. Петля перед работой, изнаночная и лицевая. Далее будет 2 изнаночных и 2 петли перекрещиваем в правую сторону. Одна петля за работой. Вяжем лицевую петлю, петлю за работой вяжем изнаночной. Затем будет изнаночная петля и снова 2 петли перекрещиваем в правую сторону. Петля за работой, 1 лицевая, петля за работой вяжется изнаночной. Далее будет 4 изнаночных и 2 петли перекрещиваем в левую сторону. 1 лицевая остается перед работой, вяжем изнаночную петлю, петлю перед работой вяжем лицевой петлей. Далее будет 1 изнаночная и формируем косичку боковую. Снимаем петлю, не провязывая нить за работой, 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых, снимаем петлю, не провязывая нить за работой. В конце ряда изнаночная петля. В 14 изнаночном ряду мы петли вяжем по рисунку, только петли, вот, которые мы снимали, мы также их снимаем, только нить у нас теперь перед работой. Пятнадцатый лицевой ряд, 1 изнаночная, вяжем 3 петли с наклоном, перекрещиваем 3 петли с наклоном в левую сторону. Одну петлю оставляем перед работой, вяжем 2 лицевых, петлю перед работой тоже вяжем лицевой. Далее будет изнаночная петля и 3 петли перекрещиваем вправо. 2 петельки за работой,
вяжем лицевую, и петли, оставленные за работой, вяжем тоже лицевыми. Далее у нас центральная часть основного узора, вяжутся петли по рисунку. Здесь у нас ничего не перекрещивается, и все эти 26 петель мы провязываем по рисунку. Вот, дошли до боковой косички и снова перекрещиваем 3 петли в левую сторону. Первую петлю оставляем перед работой, вяжем 2 лицевых. Петлю, оставленную перед работой, тоже вяжем лицевой. Затем изнаночная петля. 3 петли перекрещиваем вправо. 2 петли за работой. Вяжем лицевую петлю. И петли, оставленные за работой, тоже вяжем лицевыми. В конце ряда изнаночная петля. И в 16 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Мы провязали с вами один раппорт в ширину, один раппорт в высоту. Смотрите, как красиво получается. На желтой пряже тоже шикарно смотрится узор. Правда, очень красивый узор, согласитесь. Ставьте лайки, если вам понравился узор, если вам понравился мастер-класс, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Приглашайте к нам своих друзей. А я желаю вам здоровья, удачи, позитива и ровных легких петелек. Пока-пока!